Каждый из нас желает видеть самый красивый и родной город ухоженным, благоустроенным и комфортным. А для того, чтобы сделать его таким, сегодня нужно участие каждого жителя. Именно от нашего мнения зависит, какие дороги Электрогорска должны быть отремонтированы в первую очередь. Если раньше на плохое состояние дорог и тротуаров люди жаловались в Главное управление дорожного хозяйства Московской области, то теперь они могут оставить свои пожелания по ремонту дорог на портале «Добродел». Как это сделать? Зарегистрироваться на портале госуслуг. На интерактивной карте, там есть и муниципальные, и региональные дороги, надо выбрать дорогу, которую, по вашему мнению, следует отремонтировать в следующем году. Оставить на этом участке свой голос, написать комментарий и загрузить фото. Голосование пройдет два этапа. С 1 апреля по 31 мая проходит сбор предложений, а с 1 июля по 31 августа непосредственно само голосование за участки, получившие наибольшее количество голосов в первом этапе. Голосуйте, не оставайтесь в стороне от жизни нашего города. Практика показывает, что голосование на портале «Добродел» реально работает. Мы продолжаем масштабную работу по ремонту дорог. В 2019 году мы завершили его в полном объеме с опережением сроков на 2 месяца. Основное внимание уделили дорогам частного сектора города. На это был большой запрос у жителей. В план ремонта на 2019 год вошли 7 участков автомобильных дорог, протяженность которых составила 4,2 километра, площадью более 28 тысяч квадратных метров. Улица Невского, улица Советская, перекрестка улицы Крыжиновского до железнодорожного переезда, улица Классона 2, улица Пушкина, от улицы Островского до ветеринарной клиники, улица Пионерская и улица Классона. Подрядной организации Мосавтодора выполнен ремонт участка региональной автомобильной дороги М7 «Волга» Электрогорск протяженностью более 2 километров от АЗС по улице Советской до поворота на улице Святого Константина. По многочисленным обращениям жителей, в том числе ко мне на горячую линию, проведены работы по устройству остановочной площадки и павильона на улице Калинина и Белый Мох. Уважаемые жители Электрогорска, давайте поддержим хорошее начинание. У нас осталось меньше месяца, чтобы лично принять участие в благоустройстве нашего города. Вместе сделаем наш город лучше.